танкеры Владивостокского морского торгового порта напали на новое руководство «Феска» и ВМТП. Прибывший из Москвы новый президент группы компании «Феска» Аркадий Коростелев и недавно назначенный на должность генерального директора Роман Кухарук приехали в порт, чтобы выступить перед трудовым коллективом. Но их закидали касками, а потом и вовсе избили. Конфликт между коллективом ВМТП и руководством «Феска» разгорелся 30 сентября, когда на сайте «Феска» появилась информация о том, что прежний директор ВМТП Заирбек Юсупов уволен с должности без объяснения причин. Первого октября работники ВМТП вышли на митинг в поддержку бывшего директора. Заирбек Юсупов имеет в коллективе неприкасаемый авторитет. Люди отзываются о нем с уважением и большой симпатией. Рабочие уверены, что их директор стал жертвой конфликта интересов. Заирбек Юсупов показал себя эффективным менеджером и крепким хозяйственником. За 4 года под его руководством в порту прошла модернизация, перевалка грузов выросла в 2 раза, работники стали зарабатывать на 30% больше, увеличился социальный пакет. Срочную отставку Юсупова в коллективе связывают с его требованием к руководству «Феска» вернуть долг. Транспортная группа задолжала своему главному активу ВМТП колоссальную сумму – 19 миллиардов рублей. В СМИ и близких к руководству «Феска» кругах давно обсуждают намерение акционеров «Феска» продать компанию. Рабочие потребовали от руководства «Феска» выйти на переговоры. Второй фамилией значился новый президент компании Аркадий Коростелев. Портовики тесно связывают его с увольнением Заирбека Юсупова. Когда Коростелев и пришедший на смену Юсупову Роман Кухарук появились в порту, докеры проводили их обратно пинком. Известно, что оба пострадавших обратились в правоохранительные органы. Екатерина Чернокова, новости на Восьмом.